Друзья, добрый день. Сейчас мы потестируем заодно трансляцию. Извините, что я тут трясущимися руками все это делаю. Ладно. Так, ого, сколько народу сразу навалило. Где же вы обычно на моих страницах-то бываете? Ребят, по сути, я ненадолго зашел сюда, могу поотвечать на ваши вопросы, но в конце трансляции... Вот. Сейчас я хочу с вами поделиться тремя новостями, очень такими важными, которые будут важны в марте и апреле 2017 года. Вот. Не обращайте внимания на мое сгоревшее лицо, я только что вернулся из Альп, поэтому я выгляжу, как будто очень-очень много пил. Вот. Значит, первая новость связана с тренингом директологов 11-го потока. Это будет последний тренинг директологов, скорее всего, вообще. Типа 12-го, 13-го там, и так далее. Потоков не будет никаких. Будет, наверное, какой-то другой формат, но он будет не живой. Вот, поэтому, если вы вдруг хотите пойти на тренинг директологов 11-го потока, или 12-го, 13-го, 14-го и раздумываете, то лучше впишитесь сегодня, потому что, я вас уверяю, если я сказал так, что его не будет, значит, его не будет. В общем, тренинга директологов не будет. Вот. Надеюсь, понятно. Вторая тема. Вторая тема связана с вебинарами. Вторая, даже третья тема. Значит, первое. Я анонсирую вебинар, который будет называться «Больше дела, меньше слов». У меня был такой, наверное, пробный, экспериментальный серия видеозаписей, где я очень быстро делаю, настраиваю рекламную кампанию. Так вот, теперь у нас будет вебинар, который будет... экспериментальным, назову его так, где я буду настраивать вживую в течение трех вебинаров, это будет серия вебинаров. Ребят, сейчас потом я поотвечаю на вопросы, ладно? Короче, смысл какой? Будет серия вебинаров, где я буду настраивать один проект. Скорее всего, буду настраивать Яндекс.Директ, потому что Google AdWords вроде как актуально, но постольку-поскольку. Значит, мне понадобится один проект. Поэтому в ближайшие дни я анонсирую, такое будет маленькое видео, где я буду просто расскажу, что это за вебинар, трехдневный у меня получится, и какого человека, какой проект я ищу. Вот. Еще один момент, это то, что мы с Мишей еще пока до конца не анонсировали, в преддверии, скажем так, запуска последнего тренинга директологов, мы решили собрать нескольких наших учеников, 5 человек, которые будут, по сути, рассказывать вам, не только свои кейсы о том, как они проходили тренинг директологов, а делиться какими-то крутыми, прикольными материалами собственными наработками и так далее. То есть, если сейчас ребята из тренинга директологов слушаете, то знайте, что вам сегодня тоже прилетит оповещение на тему выступлений. То есть, вы можете взять и выступить на конференции, которую мы проведем. Естественно, конференция будет именно для своих, для ребят, которые проходили тренинг директологов. Вот. Это три новости. Значит, там вопрос некоторые быстренько пролистнул. Первый вопрос был по поводу интенсивов. Интенсивы будет, там Миша написал уже, это будет ближайшие 2 недели уже будут интенсивы по Google AdWords. Перед этим будет поддерживающее занятие по Яндекс.Директ для мастер-группы тренинга директологов. Это раз. Значит, два. После интенсивов будут как раз, наверное, будет как раз вот тот вебинар экспериментальный в трех частях по настройке Яндекс.Директ, живой настройке.
повторюсь, не было еще ни одного вебинара, вот вы ни разу не видели еще живой настройки Яндекс.Директа. Вот такой экспериментальный вебинар я и проведу. Поэтому я ищу сейчас один проект, который согласится, по сути, в открытую, чтобы мы им настроили Яндекс.Директ. Я думаю, желающих будет много, но мы отберем один проект. Вот. Это уже получается конец марта, а в апреле уже будет как раз... А в апреле, получается, стартует у нас тренинг директологов 15-го, по-моему, числа. Мишин поправит меня, если что. И перед этим будет как раз наша конференция с тренингом директологов. Вот. А какой минимальный бюджет на этот проект по настройке директа? Значит, смотрите, по поводу этого экспериментального вебинара. В любом случае, чтобы убрать всяких различных нехороших людей, я возьму за это деньги. Я не возьму какие-то космические деньги, я придумал цифру в 10 тысяч рублей, потому что на фрилансе настраивают вам контекстную рекламу за 5-10 тысяч рублей, по сути. Поэтому я подумал, зачем брать деньги как агентство, лучше взять как типа фрилансер. Оп-оп, извиняюсь, у меня батарейка садится. Вот, короче говоря, 10 тысяч рублей я возьму за настройку, просто чтобы убрать всех людей, которые подряд будут приходить и говорить: настройте, настройте мне контекстную рекламу. Вот, а бюджет 10-15 тысяч рублей. Вот, ниши тоже будут ограничения, но видео вы, по сути, увидите в ближайшие несколько дней. Вот. Да, Костя теперь фрилансер, Костя теперь настраивает контекстную рекламу за 10 тысяч рублей. Вот это последние новости. Вот, повторюсь по поводу тренинга директологов. Тренинг директологов, по сути, прекращает свое существование. Последний тренинг директологов стартует в апреле. Дальше я ухожу на некий отпуск. Буду заниматься другими проектами, и тренингом директологов я не буду заниматься. Он, скорее всего, если оживет, то оживет где-нибудь к концу года, но в другом формате. Вот, а теперь, пока у меня батарейка не села, могу поотвечать на вопросы. О, Александр пришел, привет, Саш. Там просто вопросы были, ребят, у меня нет с собой ноутбука, неохота его даже доставать. Давайте, готов поотвечать. Тут еще телефон, когда переворачиваешь, оказывается очень-очень мало места. Так, по AdWords интенсив на кого ориентирован? Ну, мы начинаем с самых-самых основ и заканчиваем профессиональными фишками. Поэтому он ориентирован на максимально широкий спектр людей. То есть от новичков, которые вообще никогда... в глаза не видели Google AdWords, до более-менее профессиональных фишек. Там же целых 3 дня получается, то есть это 18, даже побольше. Поиск, и КМС, и ремаркетинг, и Google Merchant Center, и YouTube реклама. По шаговой инструкции по открытию агентства сейчас я никакие не смогу дать, потому что это надолго. Так, интересует вопрос конкурентных ниш с минимальным количеством запросов в WordStat. Тут тоже надо... Это скорее... Кстати, да, спасибо. Вот еще будет одно ограничение. Я не буду брать людей на настройку Яндекс.Директа из маленьких городов, и если там очень-очень мало показов будет. Значит, беру ли я людей после тренинга директологов на работу? Да, но не всех. Можно ли открыть доступ к 9-му тренингу директологов, да, если ты его проходил, либо ты его покупал. Так, есть ли смысл становиться директологом и уволиться с работы? Но если ты хочешь пойти на другую работу, по сути, просто поменяв сферу деятельности, то, наверное, да. Цена интенсива... это к Мише. Извините, что я чай пью, потому что у меня еще горло болит. Я сгорел, заболел после гор. Проходит обучение чего? У меня слишком много вариантов обучений, поэтому вкратце не получится никак.
Где можно найти клиентов на ведение? Поспрашивайте в группы, в моей группе. Да я шучу. На самом деле вариантов мы тут недавно насчитали, по-моему, 13 или 14 вариантов поиска себе клиентов, но самый основной это все равно придется живые встречи организовывать. То есть самые лучшие вкусные клиенты всегда будут только вживую. Никогда у вас не получится онлайн найти супер крутых клиентов. Кстати, Миша прав, что клиентов мы даем и на тренинге директологов. Вот, так. LinkedIn нет, потому что LinkedIn в России сейчас закрыт. То есть LinkedIn умер для России, потому что он Роскомнадзором его закрыли. А какие сейчас нововведения от Директ по настройке? Ну, мало показов, основная проблема, наверное. Как живые есть какие-то лекции, организовывать, читать, потом клиента конвертировать. Ну, это все очень сложно и долго, особенно если вы не умеете читать лекции. Бесплатный курс по Яндекс.Директ могу ли я начать старт? Да. Какой минимум денег надо? Если запустить чисто рекламную кампанию, наверное, то... Ну, короче говоря, все зависит от. Если ты просто директолог, тогда тебе деньги особо не нужны. Если тебе нужно в рекламу вложиться, тебе надо потратить тысяч 10-15. Про мало показов будет не вебинар, а будет серия видео. Либо одно видео какое-то очень длинное. Да, будет. Как я и обещал, все будет. Будет после 15 марта, если Яндекс действительно после 15 марта выкатит последнее обновление. Если вот я приехал недавно из-за границы, и оказалось, что они так до сих пор не обновили даже Direct Commander. Естественно, никаких новостей нет, все застыло, все в предвкушении. Вот мы, по сути, ждем вместе с вами. Вот. Так, что-то там был вопрос по поводу цен, почему цены растут на тренинг директологов. Я повторюсь, это последний тренинг директологов, и цены не сильно выросли относительно 10-го потока, потому что они выросли что-то в районе 2000 рублей. И на самом деле, ребят, я только сегодня читал комментарии по тренингу директологов, причем многих ребят, которые проходили его, и знаете, 2000 рублей это не те деньги, из-за которых стоит особо сильно переживать. Потому что если разбить на количество часов, которые вы получаете, все равно копейки. На Европу настраивал AdWords или на Америку, и туда настраивал. И довольно много клиентов сейчас из Европы приходят. Но приходят они не потому, что я такой классный и у меня есть там реклама, а потому что они приходят, по сути, ну, не даже сарафанным радио это нельзя назвать, по сути, мы сами там продаем. Есть даже крупные клиенты. Мало показов, да, будет обширная тема. Проблема скорее не в самой теме, а проблема в том, как теперь... Многие люди просто не понимают логику, что такое группировка ключей. Мы это поняли на интенсиве по Яндекс.Директ. Кто проходил, тот помнит. По сути, многие люди, когда настраивают один к одному, они... Ну, у них как-то логика складывается, мол, вот ключ... Ну, знаете, это как штык лопаты. Вот надо воткнуть и копнуть, воткнуть и копнуть. А если надо группировать ключи, люди не понимают саму логику группировки. Да, вон, кстати, Андрей у нас тоже проходил. Привет, Андрей, как дела? Очень. У нас, надеюсь, теперь успешный ученик. В городе, насколько я помню, у Андрея, кстати, в городе... Насколько он рассказывал, если я не ошибаюсь, он как в топ директологов своего города входит, если я не ошибаюсь. Вот. Так, ну ладно, повторюсь по новостям, ребят, потому что сейчас батарейка быстренько сядет. Смотрите, значит, первое, тренинг директологов 11-го потока – это последний тренинг, который будет живой, и далее он будет переименован, переделан во что-то другое. Второе, да, спасибо, Макс задал вопрос по поводу ниши на тему бесплатных видеоуроков, ниши, на которых проще заработать миллион.
Проблема в том, что одного урока не хватает, второго. Я его досниму, как только у меня сойдет вот эта вот красная пелена. Вот, остальные занятия у меня и уроки, по сути, готовы, поэтому в ближайшие недели я думаю, что все будет абсолютно. Значит, вебинары. У нас вебинар будет по настройке Яндекс.Директ, живой онлайн. Это, скорее всего, трехдневный вебинар будет, экспериментальный. Там я буду настраивать Яндекс.Директ с последними изменениями и прочее для какого-то одного человека, который оставит... Ну, Миша сделает анкетку, вы туда закинете свои данные, и мы выберем одного человека. Все данные и прочее, у меня есть видео, я сегодня его снял, будет в ближайшие дни. По настройке директа будет в конце марта этот вебинар. Точнее, не могу сейчас сказать. Ну, 20 числа, вот так, 20, от 20 до 30 марта. А дальше будет еще один у нас вебинар-конференция, где мы приглашаем ребят, которые проходили тренинг директологов всех потоков, и мы подберем темы, точнее, темы они сами придумают, а мы подберем ребят, которым есть что сказать вам. Я надеюсь, будет интересно. Подробнее о неживых тренингах директологов, которые будут следующих потоком, пока не знаю, пока не могу сказать. На лето я беру отпуск вот именно с темами тренинга директологов. Я ничего не буду, ну, провожу последний тренинг, а дальше, по сути, буду отдыхать и думать, в каком варианте будут следующие, что это было, будут следующие тренинги директологов. Вот. Пока не могу сказать. Но, скорее всего, это будет формат видео плюс поддерживающие занятия. Насколько загружена ниша рекламы? Достаточно ли клиентов, всем директологам хватит работы? Не хватает работы, не знаю, ребят. Есть куча ребят, которые сидят без работы. Просто сидят, ой, дайте мне клиентов. Ой, что это на меня сопли падают? Ну вот, сложно сказать. Ниша, да, она более-менее уже забита. Но говорить, что она прям забита настолько, что все, до свидания, нет. Сейчас батарейка у меня точно сядет. Ой, ну что ж, господа, сколько сейчас оборот твоего агентства, секрет? Сейчас ничего о цифрах своих не буду говорить, потому что у меня слишком много людей, которые считают почему-то мои деньги, они считают свои деньги. Это очень нехороший повод задуматься о своей личной жизни, ребята. Ладно, вот. Значит, первое, повторюсь, тренинг директологов 11 потока. Второе, это значит у нас вебинары, две штуки. Ждите новый вот этот вот мой подкаст, мои новые видеоуроки, которые будут, наверное, через недельку, через две. Это я говорю про ниши, в которых проще всего заработать миллион, ниша на партнерка, где действительно заработать довольно легко, довольно не проблематично, с учетом того, что у вас есть голова, вы делаете все пошагово, ну и тратите какие-то деньги. Вот, тренинг директологов 11 потока, он пойдет вживую, последний он будет живым. Блин, вопросы ваши так отвлекают, так непривычно. Вот честно скажу, эта трансляция такая дебильная, потому что идут вопросы постоянные. Ты читаешь, смотришь на эти вопросы и отвлекаешься. Вот, вопросы пропали, и сразу могу легко говорить. Ладно, вот. Короче говоря, ждите новостей, все будет в группе, будет в ближайшие дни. По поводу и вебинаров, анонсов, и по поводу тренинга директологов, все анонсы, ну и прочее. Третье, по поводу ниши на миллион тоже будут все анонсы, как только все выйдет, будут поступления последнего второго урока, который я не доснял. Вот и все. Такие пироги. Ну ладно, давайте еще на пару вопросов отвечу. Если вы хотите, можете задать их. И я, пожалуй, с вашего позволения пойду, потому что сейчас просто тупо батарейка сядет на телефоне. Я его просто не заряжал уже 3 дня.
Долбанный iPhone держит только 3 дня. Так, по нишам стоит ли писать товарка, рассматривается или геолокация значение... геолокация значение имеет, по товаркам тоже да, вполне. То есть, если ты про вебинар, то да. На вебинар я приглашу ребят либо с услугами, с одним проектом услуг, либо интернет-магазином, но таким небольшим. Но геолокация значение имеет, чтобы был большой охват аудитории. То есть неинтересно работать в регионе, где просто нет конкуренции. То есть там просто можно сделать обычную рекламную кампанию и просто все. И запустить ее, она будет работать. Встречи планируются вживую в ближайшее время. Пока не знаю. Пока не знаю, Андрюх. Может быть, вполне, если... Может быть, в апреле. Вот так. Вот. Так. ТД-11 дать инструкцию по созданию бизнес-страниц ФБ и ВК. Нет, это не ко мне, это скорее к Михаилу. Это вот вы, Миша, можете задать этот вопрос. Он более компетентен в теме социальных сетей, чем я. И мое дело только трансляции вести, да, YouTube-канал пополнять всякими разными роликами. И все. Профит. С нишей тарологов, экстрасенсов. Так у нас же проходила девочка с картами Таро, у нее успешно довольно все выгорело. Ну, у нее, она, по-моему, обучала картами Таро. Если ты этим занимаешься, то, по сути, да, почему нет? Я же, по-моему, рассказывал. Правда, что лендинги сильно в конверсии упали? Ну, вообще, на самом деле, не только лендинги, да и сайты давно упали в нормальную конверсию, потому что вы почему-то думаете, что вдруг произошло чудо, и лендинги должны конвертить по 5, по 10, по 15%. Они конвертили тогда, когда просто не было никакой конкуренции в 2013-2014 году. У меня на эту тему есть ролик прошлогодний, посмотрите, про лендинги, легко можно найти. Какая нормальная конверсия интернет-магазина от 1% до 1,5%? В заявке. Ну, это в заявке. Так. Сейчас посмотрю, секундочку, господа, мне надо как-то посмотреть. У меня вообще что-то с телефоном. Как все тяжело. Я не посмотрю, сколько у меня осталось батарейки. Скорее всего, она сейчас умрет. Вот, ладно, господа, тогда, пожалуй, пойду. 23 минуты телефон храбро сражался на 10% батарейки. В общем, ждите новостей, ждите анонсов. В ближайшие 2-3 дня все мы анонсируем с Михаилом. Повторюсь еще раз, тренинг директологов 11 потока, живой, последний, будет проходить в апреле. Второе, значит, с вебинарами. Конец марта, это у нас вебинар экспериментальный, где я буду настраивать одну рекламную кампанию вживую. И второй вебинар, тоже серия таких вебинаров будет, это вебинары от моих учеников, от ребят, ну, как мини-конференция, где ребята, по сути, будут рассказывать вам свои кейсы, истории из жизни, тренинга директологов, можно сказать так, на прощание. Раз уж у нас тренинг директологов в таком формате прекращает свое существование, то, ну, как бы мастер-группа, она остается. То есть мы с ней, наоборот, больше работать хотим и меньше работать хотим с таким форматом, который у нас есть сейчас. Потому что 60 часов, которые я трачу на живые тренинги, это слишком много, а бывает и больше. Поэтому приходится резать. Вот. Ладно, господа, тогда всего хорошего. Пойду я вести опять живое наставничество, которое начнется через 40 минут. Господи, сколько же времени приходится на это тратить. Вот. И увидимся с вами на ближайших вебинарах в конце марта. Обязательно оставляйте свои... Короче говоря, если у вас есть идея все-таки настроить контекстную рекламу с помощью меня на живом таком мероприятии, то оставляйте свои, ну, вот в ближайшие дни появится как раз форма, Google форма, оставляйте свои заявки, и мы обязательно их рассмотрим. Картина на стене
Ну как какая? Сейчас подождите, сейчас. Какая же еще картина может быть? Что вы, ребята? Ладно, все, господа, всего хорошего. Блин, очень сложный, серьезно, в конце скажу, очень сложный формат вещания, потому что постоянно идут комментарии и очень-очень тяжело вести, потому что ты постоянно читаешь комментарии и на них смотреть невозможно, потому что в камеру все равно приходится смотреть. Это ужасно. Ладно, все, всего хорошего, господа. Увидимся на следующем вебинаре через пару недель. Пока-пока.